возвращаемся на площадку. Вот сейчас шайба влетает в наши ворота, но влетает она после свистка. Безусловно, шайба защитена не будет. Томас снова с шайбой. Артур Кулда достаточно уверенно его остановил. Чичу. Передача на Кейна. Снова Чичу. Бросок в гол. Но вот мы опасались этого легендарного хоккеиста. Джонатан Чичу реализует большинство. Капитан Медвещака начал игру. Как-то добавить капитану. Отличился в первом же большинстве практически с точки вбрасывания. Джонатан Чичу бросал. Ну, вообще, скажем так, о том, что, конечно, Василевский. Чичу пошел на пятачок и в нижнюю девятку бросал Джонатан Чичу. Сейчас задача Чичу была очень и очень простая. Филатов хорошо получает шайбу, выходит. Бросать нужно, бросать! Да, вот это был момент. И подключение. Ах, какая передача, блестящая шайба. Блестящая шайба хорватов. И здесь не просто остается разводить руками, а потом аплодировать. Это действительно была хоккейная красота. И просто потрясающе. Тут Василевский оставался невредим. Все началось с выигранного вбрасывания, с проигранного вбрасывания, но потом добили своего. Хорваты, скажем так, есть дело в тех, оставалось вести шайбу в ворота. Майкл Райан начал эту атаку, и Паскина, конечно, стоит отметить. Первого периода, вот атака. Это очень грозное оружие, а юлаевцы сейчас имеют хороший момент. Лука, низом бросок, там без клюшки, голкипер хорват. Сейчас. Кригородов, вот бы сейчас пас и бросок, хороший бросок. Зубарев пытался бросить секундами ранее, не случилось у него. Да, закрыли сейчас хорватов в зоне наших хоккеисты. Бросок от синей. Через кучу малу. Штанга! Ай-яй-яй! Хороший был момент. Шикарный был момент. Диканич даже не шелохнулся. Просто проводил шайбу в гар. Волкер оставил шайбу своему партнеру. И 3-0. 3-0. Медвежчак впереди. Ну, давайте посмотрим. Это был Уокер, это Бьоркстранд. Бросок от синей, шайба падает в кого-то из хоккеистов. Ой-ой-ой. Этим кем-то из хоккеистов оказался Дмитрий Макаров. Пытался остановить шайбу клюшкой. Шайба заброшена сейчас практически Дмитрием Макаровым. Это, конечно, обидно. Вот сейчас на пятачке шайба у Диканича была. Бросок еще один. Зубарев хорошо закрыл зону. Рукой поймав шайбу, тут же вернул ее туда на пятачок броском. И продолжается атака. Гол! Мирнов оказался в нужном месте в нужное время. 1-3. И это уже полегче. Все-таки... Шайба нашла тропиночку в ворота Медвещак, и мы можем надеяться на то, что духом воспрянет сейчас наша команда. Бросок там, если он закрывал Диканичу видимость, и ну, вовремя Мирнов, конечно, оказался на пятачке. Вертикальный пас на Мирнова, тот Кольцову, Кольцов по центру. Но удалось войти, удалось. На коротке с Зубаревым тот набрасывает, доби, 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 гол! Еще 4.50. Еще 4.50. Пильстрем. Красавец, антипильстрем. Кстати, в первой заброшенной шайбе была и его немалая заслуга. Успел, кстати, Пильстрем сегодня